уже год подписан человек, ждал, пытался как-то сам что-то сделать. 2 месяца назад произошел инсульт. Инсульт. Слава Богу, что пациент все-таки уже дошел до меня. Ребята, не ждите. Как проявлялось? В глазах что-то потемнело? Да, и все. И инсульт. А до этого вообще ничего я не чувствовал. Просто потемнело. А что у вас? Глаза, кружилась голова? Не, ничего. Шумы какие-то не, были? Не. Что было до того, как за вообще, полгода? В очах только трошки плямки появились, 3 дня. А шея как себя чувствовала? Да шея у меня постоянно болит. Постоянно болела? И что вы пытались? Лечили это? Мануалы. Пытались, да? А грудной отдел тоже болел? Не, грудной не. Вот так вот шея и заканчивается. Це считається грудним відділом, оце ж так. Якщо я просто стою, от рівно. Тяжесті носили, да? Ну так, да, от я просто стою, і в мене починає дуже сильно тягнути, що воно аж горить прям. 35 лет. Да. 35 лет. Інсульт. Это не мікроінсульт, правильно? Да. Полноценний, большой, обширний. Ну, вот такая вот история. Не стесняйтесь.